Коляска, автокресло, Дуна Плюс на канале Born Baby. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас с вами на обзоре не новинка, но уж очень популярное кресло и коляска компании Simple Parenting, и сама модель называется Дуна Плюс. И как обычно, ссылку на магазин, где можно купить всю эту красоту, вы найдете внизу в описании. Причем обзор мы сделаем не только на кресло, мы вам еще и расскажем, как пользоваться базой Isofix. Причем обратите внимание, на самом деле, что мы на обзоре взяли Дуну Плюс, а не Дуну. Если будете смотреть и читать информацию об этих креслах, то увидите, что Дуна – это предыдущая версия, причем она показала не очень хорошие результаты краш-тестов. Наши сегодня, да, гости на краш-тесте, они на обзоре, они показали хорошие результаты, 4 звезды АДАК. Причем кресло тестировалось и без базы, и с базой. И результаты были и там хорошие. Вот, а чем хороша база? Она, в принципе, на безопасность никак не влияет, она просто облегчает установку кресла в автомобиле. Причем, на самом деле, большинство компаний соглашаются, производителей и тестовых компаний, в том, что, в принципе, база действительно на безопасность никак не влияет, но она гарантирует то, что кресло будет правильно установлено в автомобиль. Не гарантирует, но увеличивает шансы, да? Потому что основное количество там несчастных случаев, да, при использовании кресла как раз связано с тем, что кресло было просто неправильно установлено. Итак, давайте переходить уже, собственно, к самому обзору. Итак, обзор начнем сверху вниз. Что у нас здесь есть? У нас есть пластиковая ручка. На самом деле я был удивлен, я думал, она хотя бы какая-то прорезиненная или что-то такое. Нет, обычный пластик. Здесь у нас имеется кнопка для того, чтобы регулировать длину, да, ручки. Единственное, у ручки два положения, опять же, да, могли бы сделать и побольше. Вот, но ходы достаточно плавные. Потом, здесь у нас снизу есть кнопки для того, чтобы ручку можно было перекинуть на другую сторону и для того, чтобы сложить потом коляску. Итак, сверху у нас с вами капюшон. Причем капюшон, если видите, он в этом положении, в крайнем, фиксируется не очень уверенно. Соответственно, не переживайте, если вам привезли кресло, и пусть это вас не смущает, это на самом деле норма. В принципе, он так держится, но, говорю, не очень уверенно. Итак, что у нас здесь внутри? Внутри у нас будет подушка под голову, причем она, обратите внимание, с тыльной стороны она прорезиненная. Таким образом, когда она установлена в кресле, она не будет елозить туда-сюда. Вернее, она будет елозить, но не так легко, как могла бы. Дальше, у нас есть подушка, причем здесь вот эта подушка, она, видите, имеет внутреннюю часть. Здесь это сделано для новорожденных. Потом, когда малыш уже подрастет, ее можно будет достать. Дальше у нас будут пятиточные ремни. Причем, обратите внимание, они именно пятиточные. Обычно в креслах группы 0+, ремни трехточечные. Что у нас дальше? Дальше у нас идет замок. Причем, обратите внимание, еще на самом деле, вот эта редкость, что сами вот эти вот механизмы, они пластиковые. Обычно их делают металлические. Но окей, будем доверять производителю, тем более, действительно, если уж он показал хорошие краш-тесты. Дальше у нас есть кнопка для того, чтобы можно было ослабить ремни в тот момент, когда вы будете сажать малыша. И для того, чтобы затянуть ремни, когда малыш уже здесь находится, просто тянете. Все ходы очень плавные, никаких лишних там усилий делать не нужно. Также у нас есть накладки на ремни. В этой части, да, две накладки. И на межпаховой тоже есть накладка. Пару слов о том, как катается. Тем более, это же у нас не только автокресло, это еще и коляска, поэтому это действительно очень важно. Если говорить об управлении, колеса здесь действительно имеют очень плавный ход. Сразу скажу, что амортизации здесь нет никакой, но эта проблема решена, знаете чем? Здесь очень мягкие колеса, причем задние колеса, они, знаете, такие прям полноценно резиновые, хорошо продавливаются. А передние колеса, ну, тоже они, может быть, не такие, хотя нет, такие же, они мягкие. Вот, причем, видите, они поворотные, зафиксировать их нельзя вот в прямом положении. Но в случае необходимости здесь есть кнопка, которую, если нажать, то колесо можно снять. Задние колеса снять нельзя. А так как у нас ручка сама по себе короткая, то есть вероятность, что родители будут спотыкаться, если была бы здесь перекладина между колесами. Поэтому видите здесь какое хорошее решение. Здесь межколесной перекладины нет, она выведена вверх. И поэтому тормоза находятся на правом и на левом колесе. Красную кнопку вы нажимаете, все, коляска встала на тормозе. Зеленую кнопку вы сняли с тормоза, все, коляска поехала. Коляску давайте пока отставим в сторону и расскажу немного о базе. База докупается отдельно, но, как я уже говорил в начале видео, его покупать не обязательно. Кресло можно установить в автомобиле, закрепив и штатными ремнями автомобиля. Итак, по поводу базы.
База у нас имеет здесь три точки крепления. Сзади это штыри изофикса, и спереди это упор в пол, так называемая нога. Что у нас здесь еще есть? Здесь у нас есть индикатор. Сейчас она у нас, индикатор горит красным цветом. Когда мы кресло установим, здесь зажмутся и здесь зажмутся. Вот, видите? А вот эта кнопка выпрыгнула, таким образом зеленым цветом индикатор показывает, что кресло установлено правильно. Вот, потом можно будет вот таким вот образом убрать. Еще важный момент, допустим, необходимо вот эти вот полозья изофикса вытянуть подальше. Допустим, если у вас сами штыри изофикса, вернее петли изофикса в автомобиле находятся далеко. Это делается очень просто. Здесь поднимаете вот этот вот белый фиксатор и просто выдвигаете, да? Все делается очень просто. И все, опустили, оно у вас зафиксировалось. Потом, допустим, когда вы защелкнули ушки изофикса автомобиля, все встало, опять подняли и до упора базу придвинули к спинке. А что касается самой ноги. Нога у нас тоже телескопическая, потому что основная ее функция как раз в том, чтобы она упиралась в пол и имела третью точку упора для базы. Как это делается? Здесь сбоку есть кнопка, на нее нажимаем, и все, база должна упереться в пол. И вот здесь вот сверху должны загореться индикаторы зеленого цвета. Таким образом вы узнаете, что нога уперлась, можно эксплуатировать базу. Так, смотрите, дальше расскажу, как мы эту коляску превращаем в кресло. Все делается очень просто. Нажимается ручка, перекидывается вот в это положение. Так будет удобнее потом держать. С тыльной стороны здесь есть кнопка. Ее нажимаем, и все, и колесико входит сюда. Здесь на самом деле специальная запатентованная технология двойной стенки позволяет колесикам убраться вот туда вот внутрь. Итак, берем кресло и устанавливаем против хода движения на базу. Все, услышали щелчок, посмотрели, индикатор загорелся зеленым цветом. Все, можно сажать ребенка и смело ехать, куда вам нужно. Давайте пару слов еще о том, как можно установить само кресло без базы изофикс. Обратите внимание, здесь вот в этой части есть две проушины. Они на самом деле обозначены синим цветом вот с внутренней стороны. И есть еще такая же проушина, она спрятана вот здесь вот сзади. Да, она также синего цвета. Итак, представляем, в автомобиле у нас трехточечный ремень, он состоит из двух частей. Один, который идет по животу, второй плечевой. Тот, который у нас идет по животу, он как раз он снизу, и он вот по этим проушинам, по этим направляющим идет и защелкивается в замок. А тот, который плечевой, он как раз проходит вот с этой стороны, кладется вот в эту проушину, и помним, да, сам замок у нас уже был защелкнут вот таким вот образом. Точно так же, как на базе Isofix, кресло ремнями крепится в автомобиле всегда против хода движения. И точно так же управлять коляской нужно, когда ребенок смотрит на маму, а не по ходу движения. Это очень важно. На самом деле это автокресло предлагает кучу аксессуаров, фирменных аксессуаров. Но один аксессуар здесь будет уже в комплекте. Тем более он действительно очень нужен. Если видите, когда кресло устанавливается в автомобиле, вот эти колеса, допустим, после улицы могут быть грязными, да? И чтобы не испачкать салон, здесь вот имеется как раз вот такая вот накидка. Причем сделана она из двух частей, если видите. Вот эта вот верхняя часть, она просовывается между нижней подушкой и спинкой. А вот на эту часть как раз будет ставиться само кресло. То есть, молодцы, производитель продумал чистоту вашего автомобиля. Итак, давайте подытожим. Для начала давайте подумаем, кому подойдет это кресло-коляска. На самом деле большинство мам покупают решение 3 в одном, когда будет автолюлька, люлька для новорожденного и прогулочный блок. И очень часто мамы на самом деле используют раму и автокресло устанавливают и едут куда-нибудь по магазинам. Вот, в общем, большинство так и делает. Но для некоторых мам такая конструкция считается очень такая громоздкая и, допустим, не помещается в багажник или просто тяжелая. Вот эта коляска, на самом деле, она не заменит коляску 3 в 1, потому что нет люльки для новорожденного. Но эта коляска может быть как вторая в семье, ну, понятно, в семье, у которой есть лишние или там запасные 25 тысяч рублей. Базу я не беру в расчет, потому что она, в принципе, не обязательно нужна. Так, к слову, база стоит 9900, ну, считайте, 10 тысяч рублей. Если говорить о самом продукте, сразу скажу, что это продукт уникальный, хотя на самом деле на рынке вы наверняка найдете и подделки. Но отличия есть, и на самом деле основное отличие как раз будет в краш-тестах безопасности.
потому что мы все-таки говорим об этом продукте как об автокресле. Вот. И, конечно, покупая продукт даже за 20 тысяч рублей, за 15, а это за 25, мы в первую очередь должны думать о безопасности малыша. И, конечно, вам напоминаем, что подписчики канала Буан Бэби имеют специальную скидку 5% в магазине по ссылке ниже. А вам желаем легких родов и здоровых малышей. Пока-пока!